В этот четверг, 16 декабря, областной центр отметит 80-летие освобождения Калинина от немецких захватчиков. В программу празднования включено более 200 мероприятий. Концерты и кинопоказы, уроки мужества и выставки рисунков и многое другое. В 8 часов утра в тверских храмах отслужат панихиды по воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. После этого состоятся церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям во всех районах Твери. Основные торжества будут проходить у мемориала «Город воинской славы» и на площади у обелиска Победы. Акции, посвященные знаменательной дате, состоятся во многих образовательных учреждениях и домах культуры. Это концерты, выставки, викторины, а также литературный конкурс «Фронтовые письма», в котором все желающие могут написать эссе, стилизованное под фронтовое письмо.